что мы сделали. Я ради тебя сделаю все, что угодно, Рамис. Брат Рамис, ты там? Открой дверь. Прости меня, брат Рамис. Брат Рамис, я везде искал тебя. Я знаю, что ты там. Открой, я скажу тебе кое-что. Открывай, открывай. Ты мой старший брат. Конечно, ты мой брат. Я не хотел так говорить. Я совершил ошибку. Но я юный. Ты всегда так говоришь. Ты прав. Я ребенок. А ты мой старший брат. Я прошу прощения за свои слова. Сальма! Скажи ему, пусть откроет дверь. Скажи ему, пусть откроет. Вы же там... Ты простил меня? Ты простил меня? Я и тебя расстроил. Этого не должно было быть. В моей голове все перемешалось. Это был не я. Я очень расстроил тебя. Сможешь меня простить? Давайте будем друзьями, как раньше, и забудем обо всем. Моя любимая, мой лучший друг и я. Мы снова будем великолепной троицей. Я огорчил вас обоих, но я вас очень люблю. Вы простили меня. Брат Рамис. Кенан, оставь его. Брат, пожалуйста, не уходи. Отстань. Хорошо, хорошо, я понял свою вину. Брат. Поздно. Слишком поздно. Нет. Я многое забыл. Мы не сможем забыть. Мы забудем? Начнем все сначала. Мы же братья, не так ли? Мы начнем все сначала. Прошу тебя, брат Рамис. Хорошо. Что было, то прошло. Ты мой самый близкий друг. И так будет всегда. Что бы ни было.